раньше на других инструментах, оркестрового актива. С самого начала играют, как правило, в ансамблях, в оркестрах. У пианистов это прекрасная возможность сыграть дуэтом. Может быть, где-то, конечно, играют и по 10 фортепиано на сцене. У нас два рояля, поэтому у нас дуэт. Дуэт пианистов Палагута Софья, Шумилина Лариса. Преподаватели Руднева Светлана Юрьевна, Лакеева Оксана Владимировна. Клод Дебюсси Лодкин, Бетховен, соната, мажор, Белая. Thank you.
Thank you.